Так, вот он. Вот он. Жук. Ночной гость. Так, надо понять его. Он думает, что его на фоне ткани не видно, поэтому так вот спрятался. Ночной гость. Такой у нас сегодня пожаловал, как раз делаю новый ролик про забавных животных на канал Трилобит Видео. Кстати, заходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки на Ютубе. Уже готовы новые сюжеты про наши путешествия в Калугу и в город Мышкин. Так. Пополз, пополз. Поснимаем эту штуковину со всех сторон. Так. Жук. В принципе, этот жук, между прочим, очень такой. Ну, во-первых, это отряд, скорее всего, уже жесткокрылый у него. Ну, скорее всего, семейство вам не назову сразу. Да, вот так вот его подтолкнуть. Он, конечно, не кусается. Абсолютно безопасный, безвредный. Но интересный. Любопытный. С усами. Ну как? Так вальяжно прогуливается. Хе-хе-хе-хе. Вот так вот. Во-во-во. Видите, какой он шустрый, верткий. Вот сейчас наберет скорость, какую-нибудь найдет себе площадку. Так. Для взлета. Ну, куда-то улетел. Убежал. Убежал. Сейчас мы будем его искать. А вот он вернулся снова. Так. Убежал. Убегает. Так, где у нас тут? Ага. Во, во, во. Упал. Упал. Добегался. Во всех кадрах мы его видим. Стоящий актер. Стоящий актер. Такой жук. Ночной гость. Ночной летчик. По роману Ивана Белогорохова и Жука. Ну что, ты будешь так и будешь барахтаться. Так, рука, наверное, будет большая в кадре. Сейчас ему дадим бумажку. Давай, цепляйся и вставай. Давай, 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 давай. Давай, ну что. Во, поставили нашего разведчика на ноги. И он снова куда-то уполз. Все. Второй акт пьесы подошел к концу. Небольшой антракт. Актер заново появляется на сцене. Вот он обежал кругом, где можно. Он бегает по столу. Великолепно просто. Тут пытается штурмовать преграды. Вот вам оффроуд. Пожалуйста. Ну. Чем не вездеход? Чем не экстрим? Естественно, куда он залезет? Докуда? Так. Куда он лезет? Куда он лезет? Так, штурмует горку. Отштурмовал. Молодец. Так, вот он. Наш герой. Не, ну если существо залетело в гости, пусть поползает. Поизучает обстановку. Тем более для него что-то вроде новой вселенной такой. Неопознанный, неизученный, непонятный. Потом, естественно, мы его посадим на цветок и оставим на ночь. Я думаю, что он найдет путь на улицу, улетит.
туда, откуда он прилетел. Так, где он там? Под лапой гигантского кого? Аллигатора. О, штурмует препятствие. Вот такой вот у нас борец с бездорожьем. Так, и опять мы попали в неприятность. Перевернулся наш красавец. Супермен. Не наша бумажка. Просто он достаточно маленький, на самом деле. То есть, если посмотреть... ага, встал на ноги, молодец. В сравнении с пальцем, вот палец, его просто или повредить можно, когда так сильно. О, какой кадр. Какой кадр. Так вот. Годзилла. Король жук, король монстров. Так, что он нашел? Жук, король монстров. Икс. О, жук, король монстров, да. Такая вот у нас тут необычно идет. Ха-ха. Так. Так, а вот, кстати говоря, мы его нашли. Вот он. Вот он. Вот видите, как он взрывается ловко вот так вот. Вот это здесь. Во. Во. Не будем мешать насекомому. Все. Он найдет себе дорогу. Все, наш попал в одну стезю. Сейчас немножко успокоится и... и улетит во свояси. Вот так вот. Все живы-здоровы. Ночные гости остаются у нас на постой на какое-то время. Вот так вот. Я думаю, что если включить свет, я покажу свет, так это старый листок, то, естественно, он начнет сразу же свой разведывательный маршрут. Вот. Ну, посмотрим. Надеюсь, что больше он не будет летать над моим рабочим столом. В затылок, надеюсь, мне больше не будет врезаться. Вот так вот. Вот такие забавные гости иногда прилетают летом. Чисто погостить, поболтать, сняться в видео. Вот так. С вами был канал Мир Вокруг Трилобита. Рубрика «Забавные животные». Сегодня у нас был в гостях забавный жук. Такой, да, ночной летчик, ночной гость. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем привет, до новых встреч.